Башкортостане в ближайшие два года планирует увеличить размер гарантийного фонда до 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил директор агентства по развитию МСП Марсель Кашаев. Объем гарантийного капитала в 626 миллионов рублей позволил предпринимателям республики получить кредиты на сумму более 3 миллиардов. Годом ранее средства фонда в 600 миллионов рублей позволили МСП привлечь всего 2 миллиарда заемных средств. Преимущественно предприниматели вкладывают взятые кредиты в недвижимость, пополнение оборотных средств, рефинансирование действующих суд. Естественно, увеличение и декапитализация размера гарантийного капитала позволит, естественно, увеличить и в конечном итоге размер заемных средств, что положительным уже мультипликативным эффектом для экономики республики послужит достижению этого показателя. Постепенно мы увеличиваем его за счет текущей деятельности, за счет тех платежей, которые заемщик платит. И второй источник его декапитализации – это, естественно, бюджет республики Башкортостан. За год в республике доля кредитов, выданных предпринимателям с привлечением поручительства гарантийного фонда, выросла в 3 раза. Лидером стала Уфа. В столице предприниматели привлекли более 2 миллиардов рублей. Далее идут Туймазы, Нефтекамск и Стерлитамак. Наиболее активно этой меры поддержки пользовались представители ритейла, химпрома, машиностроения и сельского хозяйства.